Продолжаем выпуск. Что такое туберкулез, от чего можно заразиться и как уберечься от этого заболевания? Об этом студенты Тираспольского медицинского колледжа рассказали на встрече с учениками 7 класса одной из столичных школ. Туберкулез – это одно из самых опасных и распространенных инфекционных заболеваний в мире. Своего врага нужно знать в лицо, говорили студенты на уроке. Поэтому, если у школьников будет полная информация, риск заболеть туберкулезом значительно снизится. Будущие медики подчеркнули, по статистике именно дети больше всего подвержены риску заразиться микробактерией туберкулеза. В первую очередь, потому что у них недостаточно крепкая иммунная система, чтобы противостоять зловредным микробам. Поэтому, по мнению врачей, среди детей и подростков необходимо как можно чаще проводить такие семинары. Вряд ли кто-то из родителей говорит с детьми о данных заболеваниях, учит правильно, как бороться, какую профилактику проводить. Даже элементарно не каждый родитель говорит детям, что нужно мыть руки, а это очень важно. Этот урок – часть акции по борьбе с туберкулезом, которую в медицинском колледже проводят каждый год. Ранее студенты выходили на улицы столицы, где раздавали прохожим брошюры и подробно рассказывали об этой болезни.